आचि नोति स्वास्थ्यार्थम आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्योस्तेन कृतेति। आचि नोति स्वास्थ्यार्थम स्वयं आचरे स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्योस्तेन कृतेति। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद There is nothing in this material world for which a pure Vaishnava can feel attraction. Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswati Goswami Thakur Prabhupāda told. Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswati Goswami Prabhupāda сказал, что нет ничего в этом материальном мире, к чему чистый Вайшнав может чувствовать какое-то притяжение. Чистый Вайшнав, он очень, очень редок. Чистый Вайшнав, они настолько редки, что невозможно представить. Сила Бхакти. Привет. Сила Бхакти Винод Тхакур. Сила Бхакти Винод Тхакур. Writing in different articles. Пишет в различных. That you can Он пишет в различных своих книгах, что можно ходить здесь и там. Что можно ходить здесь и там искать. И после этого, после долгого и долгого ожидания, если вы достаточно удачливы, то тогда вы можете встретиться с чистым Вайшнавом. Вы можете искать его в различных местах, деревнях, городах. Но встреча с чистым Вайшнавом, она зависит от нашей великой удачи. Если мы достаточно удачливы, то тогда мы можем встретить его. И даже после того, как мы встретили чистого Вайшнава, то может мы далеко не всегда сможем осознать, что он по-настоящему настоящий чистый Вайшнав. Как Шрила Гурки Шурдас Бабаджи Махарадж или Вамши Вадас Бабаджи Махарадж, не все понимали их. И обычные люди, они совершают ошибки, они не всегда могут понять. Они думают, что сладкие такие разговоры, то есть тот, кто с нами говорит, как сказать, ну, внешне уважительно, то он и есть Вайшнав, но это не всегда так, и не все могут этого понять. Я уже много раз говорил о том, что кто Вайшнав, а кто не Вайшнав, кто может сказать об этом. Мы не можем дать право суждения об этом какому-то глупцу, кто Вайшнав, а кто не Вайшнав. Мы не можем зависеть от их, от каких-то глупцов, что кто-то говорит, что он Вайшнав, он не Вайшнав. Это невозможно. И поэтому Бхактина Тако говорит, после того, как он искал Вайшнавов, и он говорит, что если ваша удача она велика, то тогда и тогда вы можете найти Вайшнава. И Шрила Бхактивинода такого говорит, что под именем Вайшнава, если вы получите общение с не Вайшнавом, то результат будет противоположный. И вот если вы под именем общения с Вайшнавами общаетесь с не Вайшнавами, и вы если вы однажды встретите чисто Вайшнава, но тогда не сможете осознать, кто есть кто. Нельзя так понять, кто Вайшнав, а кто не Вайшнав. И какая процедура? И как можно понять, кто Вайшнав, а кто не Вайшнав? И вот много раз я говорил, что Гуру Вайшнава – не самосияющий. Гуру Вайшнава не могут оставить за собой право не быть
открытыми вашим органами чувств. И что же делать? Верховный Господь, его личные спутники, они настолько умны, что они могут оставить права не быть открытым вашим органам чувств, поскольку все ваши органы чувств, они материальны. Ваш ум, ваше тело, ваши органы чувств, они все материальные, и хотя мы пытаемся совершать баджан, но все же вы должны ждать, чтобы достичь того уровня. Это большая проблема. Это большая проблема, мы должны ждать. Мы не можем. Кто вайшнав, а кто не вайшнав. Не каждый может определить, но только если следовать писаниям, то можно видеть признаки вайшнав. И вайшнав, они, эти признаки описываются в тех писаниях. Кришна, Бхагаван, он самый сияющий. Если кто-то хочет увидеть Бога Солнца с помощью этого фонарика, то этого сложно сделать. И вот если кто-то говорит, Шрила Прабхупада говорит нам, что если кто-то говорит, что я хочу увидеть Бога Солнца с помощью фонарика, то это невозможно. Поскольку когда Бог Солнца является на небесах во время рассвета, тогда вы можете видеть Бога Солнца и все остальное, как оно есть, иначе это невозможно. И много раз я говорил об этом, что логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине, поскольку абсолютная истина, Верховный Господь, это значит Бхагаваттва, это значит Бхагаван со всем его окружением, со всеми спутниками, то есть это его имя, его слава, его качество. Все его спутники, все окружение, все это вместе. Это все вместе зовется Бхагаваттва. Бхагаваттва не значит, что Верховный Господь и его преданные, они отличаются друг от друга. Это нет, это не так. И поэтому те преданные, они есть сердце преданные, они есть сердце Кришны. Пури Махарадж написал такую книгу «Сердце Кришны». То есть эта книга о том, что нельзя отделить преданных от Кришны. Вот. Это невозможно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, он беспокоится о нас. Что и вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в одной из своих статей. Он так много написал для нас, кто может перевести это вот сюда. Я написал вот сюда. Он в последнее время он переводил книгу одну, Байсахаджия.
Тут Бхайсахаджи, как Пушти Гауди, вот он занимался этим в последнее время. И Шрила Бхактина Такур, то, что он пишет, мы должны писать, читать это, мы должны следовать. Вы помните, я уже говорил вам много раз, что Бхактивинодара, то есть преемственность Шрила Бхактина Такур, она никогда не прекратится. Никто не может остановить Бхактивинодару, но суть в том, что эта Бхактивинодара, она подобна такой невидимой реке. То есть она буквально, есть такие реки, которые текут под землей, то есть под песком. То есть она как бы есть и как бы и нет, она пересыхает, особенно в летнее время. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, и то есть его преемственность Шрила Бхактивинода Тхакура, она никогда не может прекратить свое существование. Но сейчас мы не видим ее во всем ее величии, поскольку под именем Харикатхи и под именем Харибаджана те, кто обманывают обычных людей, а мы, обычные люди, настолько глупы, что мы хотим быть обмануты ими, и поэтому мы обмануты. И кто же ответственный за это? Кого обвинять? Мы сами виноваты в этих проблемах. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы следуем Экадаши, Джанмаштами, Радхаштами, явление Баладева, мы все это делаем, следуем Экадаши, Вамадвадаши и прочим праздникам. Мы также носим тилаки, повторяем Харинам на малах, слушаем Харикатху от каких-то вайшнавов, от каких-то вайшнавов. Сходим на Харикатху, какие-то другие места, но так или иначе мы находимся в недоумении относительно той абсолютной истины. И мы не можем, не всегда можем понять и решить, что есть что. И в этом проблема. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы делаем все, мы следуем всем правилам и предписаниям. Иногда постимся, совершаем дампарикраму, все делаем. Вайшнава-севу мы тоже совершаем, но опять же, мы не знаем, кто настоящий вайшнав, а кто нет, но так или иначе совершаем какую-то севу, и Шрила Бхактивинода Тхакур спрашивает, почему те, кто совершает такую практику, почему они не обретают должный результат. Какова причина, стоящая за этим? И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, они не могут понять, поскольку они находятся в недоумении, что есть что и что делать. И я привожу такой пример. Вот есть такой экзамен, чтобы получить какую-то работу или еще что-то. Вот в каких-то компаниях задают там этим соискателям 100 вопросов. Если человек правильно ответил на какой-то определенный вопрос, он один балл получает. Если не ответил, то, соответственно, and if you make mistake, then you can get penalty minus one. Минус один балл. And if you give answer rightly, then you can get number one. Suppose you are appearing in a competitive examination. И вот мы, допустим, пришли на эти экзамены, экзамены кончились, и когда результат нам объявляют, оказывается, мы ноль получили, а почему? И если посмотреть результаты, что человек этот ответил на 50 вопросов правильно, а 50 неправильно, в итоге ноль получил. И 50 минус 50 – это ноль. А те дети, кто играют на каких-то этих… В общем, играют какие-то игры. So snack is there. If you are reaching 99, if you meet with the face of snack, then come down 10.
Вот эти тоже сестрицы с препятствиями в виде змеи, то предыдущие результаты обнуляются. И таким образом мы также делаем все, но не всегда мы можем понять, что и что. И иногда мы совершаем оскорбление лотосным стопам Бхакти Деви. И поскольку наш ум нестабилен, мы совершаем оскорбление иногда лотосным стопам Махапрасада, иногда лотосным стопам Гуру Вайшнавам Харикатхи Харинаму, Дамы, Даме и прочее все время. Часто это случается, и когда и как мы совершаем оскорбление, мы не можем понять и осознать. И те, кто совершает настоящие харибаджаны, они очень умны. Они настолько умны, что никто не может обмануть их. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он личный спутник Гуранги Махапрабху. И когда Бхактивинода Тхакур был в Пури, он был этим дистрикт магистром, ну типа губернатор, ну какой-то пост. И в то время. И какие-то преданные, они совершали баджан, но они неправильно поняли Шрилу Бхактивинода Тхакура. Они не видели туласи. Они... Ну, какой-то преданный, я не помню его имени, он не слышал, неправильно понял Шрилу Бхактивинода Тхакура. Они говорили какие-то какую-то ересь про Бхактивинода Тхакура, и в итоге они потом осознали, что они совершили оскорбление в адрес Шрилы Бхактивинода Тхакура и не просили его простить их, они, то, что они не смогли понять его, и поэтому мы думали, что вы не вайшнав из-за того, что мы не смогли правильно понять вас, но потом мы так иначе узнали, что вы чистый вайшнав, но мы не смогли осознать ваше величие, кто вайшнав, кто нет, кто вайшнав, а кто нет. Как это в нескольких словах сказать? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, тот, кто всегда занят в служении даме, нами, вайшнавам, все время занят в служении вот им, Тот, кто занят в служении даме, нами, парикару, спутником Господа и прочим. И если в его жизни не видите никаких промежутков в служении с вашим баджане, Майя Деви увидит какой-то промежуток, то Майя Деви, она может войти в течение этого промежутка в ваше сердце. И чистые гуру вайшнавы, они нельзя найти никаких, то есть в жизни гуру вайшнавов нельзя найти никаких промежутков в их жизни, когда они не совершали баджан, они всегда заняты памятованием о Кришне, Кришне или другой формой баджана. Едят они, спят или еще что-то делают, они всегда совершают баджан таким образом. И сейчас вот вопрос в чем, что все повторяют тилак, все ставят тилак, повторяют харинам, слушают харикатху. И как можно понять, кто демон, а кто вайшнав? И тогда Шрила Прабхупад говорит, если вы найдете, что кто-то носит одежду вайшнавов, но он против, всегда против чистых преданных.
То есть гуру и вайшнава, для них невозможно, что они, чтобы они делали что-то неправильно. То есть они находятся за пределами этих четырех недостатков, и эти недостатки необычно находятся в видение этих, то есть обусловленные души так попадают под влияние майи, материальной природы, которая заставляет их ошибаться. Чистые гуру вайшнавы, они вне этого находятся. Ну, если вы видите, что кто-то против, ну, как бы делает все верно, но сам он против чистых гуру вайшнавов, то он не настоящий, как бы, не чистый вайшнав. Если он как бы внешне делает все правильно, но сам против, то это признак того, что с ним что-то не так. И вот Шрила Прабхупада говорит, перед тем, как слушать Харикатху из какого-то источника, нужно определить авторитетность этого источника, как вот Джива Госвами Пад говорит в этих словах. То есть вот Джива Госвами говорит, что есть два вида тех, кто говорит Харикатху, то есть первые те, кто не заинтересован в никаких вещах, которые могут прийти к нему. То есть он говорит только для удовлетворения Верховного Господа. Если его Харикатха для исключительно для удовлетворения Верховного Господа, это есть Харикатха, для настоящая Харикатха. Если кто-то говорит для удовлетворения обычных мирских людей, то это не Харикатха, это что-то иное. И вот смотрите, Шрила Прабхупада говорит, что те, кто против гуру вайшнавов, то будьте уверены, ну, будьте осторожны, точнее, будьте внимательны. Вот Шрила Прабхупад говорит, вот на Бенгале, говорятся такие слова, что мы должны взять наши уши и привести их в должное место к чистым гуру вайшнавам, поскольку ваши уши, ну, смысл то, что если вы куда-то идете, то уши, они как бы с вами. И Шрила Прабхупада говорит, что вы должны ваши уши поместить в правильный источник, в должное место, где происходит настоящая огненная харикатха. Если вы будете слушать ее, тогда ваше сердце, оно изменится, оно очистится. Обычные люди, они всегда полны каких-то анартх недостатков. Они вроде совершают все, но они не могут определить, что где они совершают какую-то ошибку, а где нет. И вот сегодня день явления прекрасного вайшнава Шрилы Бхакти Вигьяны Бхартия Госвами Махараджа. Он один из лучших учеников Шрилы Бхактидайты Мадхава Госвами Махараджа, о ком Шрила Гурудев, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он говорил, что Наротам Брахмачари, он его мораль, его характер, он превосходный.
превосходен. И вот Наротам Брахмачари, его до того, до принятия саньяса, его звали Наротам Брахмачари. И на самом деле, братья Мараш, он, как бы его тело происходит из Банкура. И в случае Гуру Вайшнавов их явление и уход, они одинаково благоприятны для нас. Я не говорю это, как сказать, от, то есть это даже чувствовать, что явление и уход Вайшнавов, они одинаково благоприятны для нас, поскольку мы можем помнить их. Вы должны осознать это всем своим сердцем. И важное, что я хочу сказать, что если у вас есть анартхи, вы не сможете начать настоящий харибаджа, не отчаивайтесь. Но если у вас есть анартхи, нельзя начать харибаджа. Но что же говорить о Рагануга, Рупануга баджане? If you can cut one Siddhanta, there. I cannot tolerate that you can become Sahaji. То есть я не могу потерпеть, что вы стали Сахаджи, я выгоню вас. I can speak in front of Supreme Lord. Я могу сказать, говорить во славу Верховного Господа часами. Вот я, когда я был на Сурья-Кунде, я говорил Харикатху только для Сурья-Дева, никого там не было. So you see, acharan is most important. И вот ачаран, наше поведение, оно очень важно. И вот шлока, с которой начал, она из Вайупураны. So Abhiva, Tirubad all the same. At the same time, I am bound to say, Tirubad is more important. Абхибав и Тирубав, то есть явление уход, они как бы одинаково благоприятны, но Тирубав, то есть день ухода, он более благоприятен даже. Я как-нибудь объясню это, поскольку в Тирубаве, во время Тирубава, во время ухода Вайшнава, мы можем узнать все о его славе, о его учении, о его сиддханте, а во время явления Вайшнава мы не можем всего этого узнать. Я говорил об этом, но еще раз могу повторить, что сегодня день явления Гуру. Сегодня день явления Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа. Это день его явления. Он родился в Банкуре. Я не хочу говорить о но каких-то материальных этих качеств. То есть Махарадж больше обсуждает онтологический аспект, чем физический. То есть то, что Вайшнав Брахман или Вайшнав Кшатри, или Вайшнав Вайша, или Вайшнав Шудра, это все плохо, это неправильно. Мы не должны говорить таким образом, это плохо. Можно помнить один случай, несколько лет назад случился. На берегу Радакунда Шрила Прабхупад постился долгое время. Почему? Какие-то враджаваси сказали, что Рагунат Дас Гасай, он был вайши, а мы брахманы, и поэтому он поклонялся, уважал всех нас и нашу династию. Он просил благословения от нас, поскольку он вайши. И Шрила Прабхупад постился долгое время, и все общество, оно обеспокоилось, они пришли со всей, все пришли и начали возмущаться к этому панде. Почему так сказал? Ты должен пойти и просить прощения. И после этого он, когда попросил прощения, Шрила Прабхупад начал говорить харикатху. Начал объяснять, почему он постится.
И перед тем, как услышать это, что Рагунатдас Госвами не браман, а вайшья, мы должны умереть. То есть перед тем, ну, если мы услышим, перед тем, как услышать, что Рагунатдас Госвами не браман, а вайшья, мы должны умереть. Почему мы слушаем такую ересь? Мы должны умереть прямо сейчас, поскольку если это пришло в наши уши, то очень плохо. И после этого Шрила Прабхупад он рассказал о Гурудатве, как, например, Вамшивадас Бабаджи Махарадж, если он происходит из семьи рыбака, то мы не должны об этом думать, он чистый вайшнав. Кришна, он хочет, сам Кришна хочет принять пыль со стоп Шрилы Вамшивадас Бабаджи Махараджа или Гурудатвадас Бабаджи Махараджа, что же говорить о нас? Почему? Поскольку в Бхагаватам говорится, я уже говорил об этом, что Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, о Удав, я следую Гуру Вайшнаву всегда, все время. Почему? Почему я следую всегда за ними? Поскольку, когда Гуру Вайшнавы, они идут, то пыль с их лотосных стоп, она поднимается в воздух и попадает на мою голову и на мое тело. И все вселенные, которые находятся во мне, то из этой пыли стоп чистых преданных, они очищаются. И также можно вспомнить, когда Судама Випра, когда он пришел в Двараку, то Кришна мыл его лотосные стопы и этой водой омылся его стопы, он принял ее на голову. И также Шри Чайтанья Махапрабху, будучи в Гае, он принял эту воду, омывшую стопы чистого брахмана. И все эти признаки, они дают нам такое свидетельство, что Гуру Вайшнавы, они не отличны от Кришны, Верховного Господа, Шри Кришна Чайтанья, они не отличны от Него. И мы не должны думать о говорить такие слова, что вайшнавы из каких-то низких каст или еще что-то. И можно вспомнить Джару Такура. Он происходит из очень, внешне из очень низкой этой касты. И у него был, это был дядя Рагунат Дасгаса из при его предыдущей семье. Он иногда ходил в дом Джару Такура с корзиной сладких манго, он предлагал это, все, кланялся его лотосным стопам, и Джару Такура плакал и спрашивал, какое служение могу сделать вам, я из низкой семьи, я не могу даже что-то приготовить для вас, если вы позволите мне, я... Potato only is 60 years, 50 years coming in India. Potato. You cannot find any list of potato in the menu of Chaitanya Mahaprabhu. В читании Бхагавати, вообще в Джагнадмандире нигде нельзя найти картошки. То есть картошка, она недавно в Индию пришла. То есть те времена не было. И вот, когда Шри Чайтанья Махапрабху он омыл его лотосные стопы, а лотосные стопы в Пури, перед тем, как войти в храм Джаганатха, Махапрабху никогда никому не позволял принимать даже каплю этих, каплю воды, которая омыла его лотосные стопы. Но он, Шри Чайтанья Махапрабху, он три раза позволил этому Джару Такуру принять воду, омывшую его стопы. И вот в его доме, это где-то в Вардамане, и что делать? Вот он спрашивает, если вы позволите, я могу позвать брахманов, чтобы они приготовили что-то для вас. Но они сказали, нет, беспокойтесь, поскольку я уже получил просад от вас, поскольку вы чистый вайшнав. Нет, я не чистый вайшнав. Я пришел
Но если этот Джарад Такур, он отрицал, что он чистый вайшнав, а тот дядя этого Рагхунатха, он все-таки просил. И вот так они что-то обсуждали, и после этого Калидас, дядя Рагхунатха, он ушел, поскольку он знает, что если он попросит их учесть, то их остатки их просады никогда не дадут. И вот он отошел, спрятался. И вот Джарад Такур, он сказал жене, чтобы она помыла эту манго, я хочу отсюда предложить его Кришне. И вот мне предложили Кришне эту манго, и после этого они начали есть эту манго, и эти объедки. Они выкинули за забор. И он ждал. Этот Калидас. И он потом пришел и взял это манго с корзины, с мусорки. То есть остатки их пищи. Был очень доволен, поскольку он получил учишство у вайшнавов. И таким образом можно найти, что учишь остатки пищи вайшнавов, их вода омыша, их стопы, пыль с их лотосных стоп, то есть пыль с их лотосных стоп, вода омыша, их стопы и остатки их пищи, они как бы как катализаторы на пути нашего баджана. И будьте осторожны все время. И вот о вайшнавах я не могу ничего сказать, что Джарад Такур из какой-то низкой семьи. Я не могу такого сказать, поскольку неважно, с какой семьей они были, или Харидас Такур. Их происхождение, их цвет кожи, ничего. То есть ничего не влияет на них, как Харидас Такур, он намачарья, он ачарья святого имени. И Санатан Госвами говорит, что наивысшее уважение Махапрабху оказывал тебе. Ты намачарья, ачарья святого имени. So, topmost honor given by Mahaprabhu to Haridas Thakur. И вот Санатан Госвами говорит, что поскольку Харинам это все, это основа всего, корень всего. Весь ваш баджан, ваше памятование, киртан, все, что бы вы ни делали, любой баджан, Харинам это все. Даже Джива Госвами Пад говорит, если вы совершаете какую-то практику, 64 вида баджана описанные Бхактир Самвита Синдху, и среди них 9 главных выделенных Бхагаватам, которые описывает Прахлад Махарадж, Шраванам, Киртанам и прочие, а Махапрабху выделил из них еще 5. Если мы делаем что-то из этих 5 форм баджана, то вы, несомненно, обретете Кришна Бхакти. Если вы можете практиковать чистым образом любые из этих видов баджана, то они дают вам успех. Харинам – это основа всего Рагануга, Баджан, Рупануга, Баджан, любой Баджан, какой бы мы ни совершали, основа этого Харинам. Харинам – это основа всего. И Харидас Такур, он намачарья. Джива Госвами Пад говорит, если вы практикуете любой вид баджана,
Шаванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Падасаванам или еще что-либо, любой баджан, то вы должны совершать это вместе с нам, баджаном. И Джива Госвами Пад говорит, он дает такое наставление всем. И хотя в Кали-югу мы должны совершать различные виды баджана, мы знаем, но все же санкиртан, мы должны совершать все это с помощью санкиртана. Например, мы готовим и в уме повторять святые имена все время. Если что-то вы моете вашу посуду, или вы тоже должны повторять Харинам, не останавливайтесь. Санкиртан, вместе с Санкиртаном вы должны совершать все виды баджана. И сейчас суть в том, о чем мы хотим. Я хочу рассказать о особенности Шри Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджа, то, что он происходит из чистой брахманской семьи, и я не хочу говорить об этом, поскольку он вайшнав. И если я скажу, что он из брахманской семьи или не брахманской, то это оскорбление относительно его. Я не должен говорить об этом. Он вайшнав прежде всего. И так или иначе, так много ограничений, правил и предписаний, которым он следовал в своем предыдущем доме. Очень строгие правила и предписания, которым он следовал. Обычные люди не могут подумать о таких строгих ограничениях, когда он, например, если он ест, то есть никто не должен звать его. Есть, ну, такие брахманские эти правила. Если кто-то, ну, брахманы начали есть, то кто-то позвали, надо уже прекратить, и, ну и все на этом. Будьте внимательны. Это значит, что этот вайшнав своей семьи он следовал всем правилам и предписаниям. А Харинам не отличен от Хари. И чистый вайшнав он. Ну, соответственно, и имя вайшнава, оно не отлично от этого самого конкретного вайшнава. И не сомневайтесь в этом. Я привожу пример, приводил пример много раз. Один преданный, он совершал... Был учеником Шрилы Прабхупады, но потом отошел от пути и был при смерти. Вот в результате такой жизни он уже был на пороге смерти, и он увидел Ямадутов, которые пришли схватить его, и он внезапно вспомнил Шрилу Прабхупаду. Он вскрикнул: «О, Прабхупад, спаси меня!» И Прабхупад явился там сразу же. Не сомневайтесь в этом. Не сомневайтесь в этом. Это подобно математике. Я уже сказал, что если Харинам не отличен от самого Хари, вот эти слова из Бхакти Расамрита Синдхи. Харинам, чистый Харинам, он не отличен от Шри Хари. Я уже сказал, что те гуру Вайшнава, они сердце Кришны. Но сердце Кришны, оно не отлично от Кришны. Любая часть тела Кришны, палец, и глаза, уши, еще что-то, это есть полный Кришна. Это тяжело понять. Мы совершаем баджан, но мы не можем почувствовать. Но только по милости чистого Гуру Вайшнава мы можем осознать это. Если
какой-то палец Кришны, он не отличен от всего Кришны. Это есть Кришна, то есть его абсолютное противоцелое, оно тоже не отлично от Кришны, поскольку его из Упанишат мы знаем вот эти слова. И будьте внимательны. Я удивлялся Бхарати Махараджа, когда он говорил это мне. Я удивлялся, как он это все понял там, что чистый Брахман есть чистый Вайшнав. Брахман и не Вайшнав – это невозможно. То есть брахманы, которые не Вайшнавы – это по определению невозможно. А смарта брахманы – они не брахманы на самом деле. Поскольку без Кришна Бхакти, либо Брахман, обделенный Кришна Бхакти, он не Брахман. Его брахманизм только может быть полностью удовлетворен, если он предан Кришне или Вишну. То есть это есть определение Брахмана. Как же может быть по-другому? И вот то, что Бхарати Махарадж был Брахманом, но не Вайшнавом, это практически невозможно. Он был Вайшнавом, несомненно. Иначе эта концепция очень редка. Я уже сказал вам, что Харинам не отличен от Хари, от параферналии и сердце, то есть все спутники Кришны, преданные. Это есть сердце Кришны, Амбариш Махарадж и прочие. Я говорил об этом. И вот таким образом. Они не отличны друг от друга. И вот когда же мы всем сердцем зовем к Шриле Прабхупаде, то Шриле Прабхупад он находится в трансцендентном мире. И если мы чистым образом зовем к Шриле Прабхупаде, то он явится нам. И когда кто-то зовет, зовет кого-то, если кто-то зовет имя Нарутама Брамачари, если он зовет имя, то есть смотрите, он этим именем он прикасается уже. Насколько это научно, ну, он мне говорил много таких высоконаучных вещей. И вот он собирался принять дикшу от Бхактивичара Джаджавара Госвами Махараджа. Поскольку вначале он встретил Бхактивичара Джаджавара Госвами Махараджа, был очень впечатлен его личностью, но Джаджавара Госвами Махарадж, он был баджан ништха. Он не был склонен давать посвящение, он совершал баджан. Он был последний ученик Шрилы Прабхупады. Но имеется в виду тот, кто получил последнюю саньяс ученик Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Джаджавара Госвами Махараджа получил последний. Получил саньясу от Шрилы Прабхупады, а Шрила Прабхупад им дал Рада Гайтри, Рада Мантру очень редко. Я никогда не слышал от Гурваги, может кто-то получил еще, но я слышал от Гурваги, что Джаджавара Госвами Махарадж, он повторил эту Раду Мантру, Рада Мантру, я так или иначе тоже получил эту мантру, я не буду подробно рассказывать, но она очень редка, которую вот эту мантру, которую повторял Шрила Прабхупад. И вот суть в том, что Джаджавара Госвами Махарадж, он совершал баджан, он был такой баджан Ананди, и он жил в одном месте, совершал баджан, совершал киртан, говорил харикатху, но Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он был очень умен, он путешествовал здесь по многим местам. И вот однажды,
после того, как вот Бхати Махарадж принял решение, хотел принять дикшу от Бхактивича Джаджагу Самихараджа, но Махарадж не давал дикшу, и он потом решил принять от Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. So this way he took diksha from и таким образом он получил дикшу от Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Actually, Шрила Бхакти Махарадж он пришел после Дамодара Махараджа, Туряши Махараджа, Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, и после него присоединился к Мадху, но все же он был очень могуществен. Первое поколение преданных, которые пришли к Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, и в то время Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа был ачарьей Шри Чайтаньи Мадха. Вы можете не знать всей этой истории. Но в то время Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Хайгриф Брахмачарья, в то время он был ачарьей Шри Чайтаньи Мадха. И потом случилось спор какой-то, и в то время первое поколение преданных пришло, когда Мадхава Махарадж, Туряши Махарадж, Шрила Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Виган Бхарати Махарадж, они все пришли. Если вы увидите образ Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, и если вы потом посмотрите на Наротама Брахмачарью, многие люди думали, что он сын Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. Люди, они, как сказать, многие думали, что он их сын. Но многие также думали, что Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он сын Шрилы Прабхупады. Но он был наштика Брахмачари с самого рождения. И как это возможно, но все же люди думали, что может Мадхава Госвами Махарадж сын Шрилы Прабхупады. А если кто-то смотрел на Наротама Брахмачари, то думали, что он, соответственно, сын Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Ну, то есть те, кто их не знали, просто смотрели на них, они думали, что это его сын. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он служил своему Гурудеву с великим вдохновением. Мой Гурудев говорил, что любую сиддханту, а Бхакти Махарадж, в свою очередь, он с огромным вдохновением служил своему Гурудеву, его этикет, его поведение. Все было идеально. Many times, Shila. Много раз, Шрила. I cannot forget. Я не могу забыть. I cannot forget Shila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. Any time, any writing, когда я писал что-то, может какие-то протестные эти публикации, протестные статьи, я шел к Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махараджу, поскольку мой Гурудев не являл лилу болезни, я не мог его беспокоить, и я шел к Шиле Санти Госвами Махараджу или Шиле Бхарати Махараджу, они читали то, что я написал, они вдохновлялись, благословляли меня, чтобы я смело публиковал то, что я написал, я говорю это, сидя на Вьясвасане, и вот они очень одобрительно, они вдохновлялись и благословляли меня на эти все статьи, которые я писал. И я, когда помню это, я очень доволен.
то, что имел столько общения с ними. И мой Гурудев говорил, что у Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа было два совака основных. Это Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махараджа и Шрила Бхакти Виген Бхарати Махараджа. Их сева она была безупречна и бесподобна. Они с великим вдохновением служили своему Гурудеву. Мы не можем представить, насколько это было великолепно. То есть любой матч, который строили, Шрила Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа дал это служение Нарутам Брахмачари. Так он построил все матхи, все читания Гауди матхи по всей Индии. И вот любой храм, который сделан в матхе, в нашем матхе, по-моему, 25 или сколько? Около того, все храмы, все читания Гауди матхи не построены Шрилы Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджа, то есть по его плану, по плану Нарутам Брахмачари, все было построено. Он был инженером, хотя не было у него инженерского образования, но если посмотреть, вот в Калькутте, например, матх маленький, но очень хорошо построен, все продумано. How they can maintain to stay there? All past and future used to stay. То есть он все продумал про настоящее и будущее, что будет дальше. То есть очень все предусмотрел. Он был очень разумным. Для меня это практически невозможно рассказать, насколько он был разумен. Он был сверхразумен. И любая проблема случалась, если то после того, как ушел Гурудев, все шли к Нарутаму Брахмачари, к Бхарати Махараджу, спрашивали, что же делать вот в такой ситуации. Он думал и отвечал потом. Мой Гурудев тоже говорил, любая проблема, которую вы встречаете в вашей жизни, после того, как я ухожу, вы спрашивайте Бхарати Махараджа. Но если вы услышите это, вы будете удивлены. И однажды я говорил с Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджем, долго, давно достаточно. И вот в Калькутте я говорил о нем, говорил с ним его в комнате, Махарадж сказал, ты думаешь, что я читал много книг? Нет, я ничего не читал. Многие думают, что я изучал все книги, но нет, это не так. У меня не было времени изучать эти книги. Единственное, что мы делали, мы слушали харикатху от Гуру Варги. До последнего времени мы чувствовали, какое, как сказать, наследство, какое сокровище Махарадж имеет, а он смеялся. Что многие думали, что он изучал много книг, но нет, это не так. И все неправильно понимают, ну, то, что есть на самом деле, поскольку у нас не было времени, мы всегда были заняты в служении Вашнава, Севы, Намасева, Дамасева, Севы, Гуру Севы. У нас совершенно не было времени изучать книги, но я знаю, тем не менее, всю Сиддханту от нашей Гуру Варги. Все общение, то есть мое общение с ними, это мое сокровище. Так много терпения имеет Шрила Нарутам Брахмачари, я не могу описать все это. Однажды, давно, в то время, может, Шрила Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махарадж был в этом мире, я не помню точно. И однажды Шрила Джадхавар Госвами Махарадж принял решение отправиться в Аллахабад, поскольку
this big, you know, festival going on. What festival? Был праздник в Аллахабаде. Кумбамела. Big festival. So, last time, Джаджа Гусима took decision. И вот Джаджа Гусима Махарадж, он в последний момент принял решение отправиться туда. So when all brahmachari, и вот когда все брахмачари, они узнали, что Джаджа Гусима Махарадж, он приезжает, они начали думать, что где же Махараджу можно позволить жить. Здесь я сплю, здесь тот Махарадж, здесь этот Махарадж, где же Джаджа Гусима Махараджу остановиться. No time or disturbance. И вот народом так народом брахмачари услышал это, пришел к этим брахмачари, спрашивает, в чем дело, что случилось, но они думают, что Джаджа Гусима Махарадж последний момент приехал, но места нет для него. И народом брахмачари сказал, что не беспокойтесь, есть вот мое место, где я сплю, он там может спать. Вы не думайте об этом. То есть мой гуру Варга, Джаджа Гусима Махарадж, он приехал, я уступлю ему свое место. То есть он личный спутник Шрилы Прабхупады, я очень удачлив, я ему свое место дам, поэтому вы не думайте об этом, не спорьте. И вот когда Джаджа Гусима Махарадж пришел, народ там брахмачари, он спал снаружи, а Джаджа Гусима Махарадж в его комнате. Что еще сказать? Шрила Бхакти Прамод Пури Гусай Махарадж, он жил с Шрилой Бхакти Дайте Мадхав Гусай Махараджи около 36 лет, поскольку Гурудев он никогда не хотел основывать какой-то новый мат, принимать учеников, он был очень отречен, так или иначе он поддерживал свою жизнь. Но в последний момент царь Бардамана, Рай Бахадур, maybe, he giving some temple, Анантавасудева temple. Он пожертвовал храм Анантавасудева Гурудеву в 1956 году, по-моему. Если память мне не изменяет, я, по-моему, это в 1956 году было. That time, и в то время that king, этот царь Бардамана, он пожертвовал этому храму Гурудеву, это был его первый храм Анантавасудев Мандира в Калне. И вот когда этот храм был построен, точнее, принят, но они пришли туда, и там какие-то большие змеи водились, и те, кто пьяницы, они приходили ночью в этот храм, играли в карты и прочее. Ну, играли на деньги в карты вот в этот храм, в этом храме. И когда они узнали, что один саду, ему этот храм, да, царь Бардамана хочет пожертвовать этот храм какому-то великому преданному, они очень разгневались. Они хотели подраться с Гурудевом, а Гурудев был очень смирен, он никогда ни с кем не спорил, не дрался. И тогда те пьяницы, они решили разбить божество Анантавасудева и выкинуть их в Гангу. И они вошли в этот храм с палками. Ну, с какими-то этими, ну, как сказать, инструментом. И вот хотели они уже разбить с молотками. Пришли разбить божество, и тогда змея появилась. Они испугались и разбежались. И так Анантавасудев был спасен, он защитил себя. И все они, эти
разбойники, пьяницы разбежались. И после этого этот храм очистили. И у Гурудева не было места, где он мог бы жить, только там этот храм был, и внутри ну, там была какая-то постройка маленькая, даже при, когда шел дождь, он все, вода попадала на это место. То есть там можно было только там, сидя в углу, спастись от дождя. И вот когда тогда праздник организовали, по-моему, на день Радхаштами. Я слышал от Бхактивиданта Бхарати Махараджа. Он говорит, что твой Гурудев going with Maharaj there in Anandavasana temple, we find tomorrow is big function, but there is no article. Вот мы пришли сюда, что знаем, завтра праздник, а там даже ни одной кастрюли нету. Я думаю, как это, этот Махапуруш, этот великий преданный, как он может организовать праздник завтра Радхаштами, а тут ничего нет, вообще ничего нету. И он говорит, Махарадж, ничего нету. А Гуру Махарадж смеется, Кришна все сделает. И Наротам Прабху, ты можешь пойти вот в тот дом, у них много посуды и прочего. Они могут, если ты скажешь мое имя, они позаимствуют нам всю эту посуду. Поскольку для большого праздника нужно много всяких принадлежностей. Ну, а после обеды какие-то люди начали приносить какие-то овощи, какие-то другие вещи. И так за несколько часов все люди все принесли. И вот Бхарати Махарадж был очень удивлен, как это возможно, поскольку с утра вообще ничего не было, к вечеру уже все организовалось само собой. И вот также Мадхавендра Парипат, он хотел организовать большой праздник, но не знал, что делать, но хотел организовать анакут. У Мадхавендра Парипада даже одежды не было, одна купина, не говоря уже о чем-то еще. И как это возможно, что он этот большой праздник организовал, и Гопал, он сам все сделал. И чистые вайшнавы, Кришна, он... И для чистых вайшнавов Кришна, он сам берет эту всю ответственность за организацию всего, и мы должны верить в это. И поэтому мы никогда не верим, что Кришна позаботится о нас, и мы никогда не храним никакие деньги, еще что-то. То есть, если это одобрено Кришной, это случится, несомненно. Если это даже с нами происходит, что же говорить о таких чистых преданных, как наша Гуруварга? И вот там к вечеру все организовали. Даже люди пришли, которые это все порежут, приготовят. Точнее, не просто порежут, а в то время вот Наротам Брамачари, Бхарати Махарадж, рассказывал, что я и несколько брамачари, они начали готовить. Cooking for 1,000, 2,000 people.
И вот они готовили для нескольких тысяч людей. И вот Бхакти Махарадж рассказывал, что Махарадж, ты мне не поверишь, всю мою жизнь я никогда не видел такого большого праздника. Бхакти Виген Бхарати Махарадж мне лично сказал, что Махарадж, ты не поверишь, но за всю свою жизнь я не видел такого большого праздника, который бы случился. Так много людей приходили принять просад, но Дедпури Махарадж, который это все организовал, у него вообще ничего не было. Как-то все организовалось. Narottama Thakur making one big function, arranging there in Keturi, at present in Bangladesh. Na bhutam na bhavishyati, never in future, and not in past, not in future, never this kind of function. И вот Narottama Thakur, он когда организовал вот праздник, о нем говорится, что ни в будущем, ни в прошлом, ни в настоящем никогда не повторится такого огромного праздника. И также Бхарати Махарадж, он тоже говорит, что за всю свою жизнь это был единственный праздник, который так организовался в такой огромный праздник, который организовал Пури Махарадж, у которого не было ни единой копейки в кармане. И вот, когда все эти... И все великие вайшнавы, они пришли на этот праздник, поскольку он организован сам Кришной, а внешне Шилой Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем. И вот Махарадж Бхакти Виген Бхарати Махарадж говорит, что первое, Джаджавар Госвами Махарадж, Мадхусудан Госвами Махарадж, то есть дает Бхакти Дайта Мадху Госвами Махарадж, то есть спутники Шрилы Прабхупады, они начали первые принимать просад. Шридхар Госвами Махарадж и прочие. И Махарадж сказал перед тем, как начать просад. И Джайдхвани, которые возносили этому просаду, Бхарати Махарадж говорит, я никогда в своей жизни не слышал такого джайкара и киртана. И после этого они начали принимать просад. Он был просад, он тоже очень уникален, великолепен. Я не могу объяснить на словах. И Narottama Brahmachari Bhakti Vigyan Bharati Maharaj говорит, я не чувствую никакой усталости после того, как мы совершили так много сева. Я не чувствовал никакой усталости. И вот он, Бхакти Махарадж говорит, когда я совершаю Гуру Сева, Вайшнава Севу, я никогда не... Я никогда не чувствую усталости. Если честно, все... Вся важная сева, она совершена Бхакти Виген Бхарати Махараджем и Бхакти Валабха и Тирта Госвами Махараджем. И Харинам Дикша, Брамачари Веш, Саньяс, он получил все от Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа. И я тоже удачлив, я получил Харинам, Дикшу, Шикшу, Бабаджи Веш, все от Шрилы Бхакти Прабхупады Пури Госвами Махараджа. В этом моя великая удача. И в то же самое время под поддержание чистоты, это очень важно, вот Шрила Бхакти Махарадж постился два дня. And he has special order from police department. Some problem happening. 144 one law.
И вот там что-то в полиции случилось, какой-то 144-й закон. On some special ground, if police department bound to, you know, bound to arrange for 144, if 144 dhara is effective, then nobody can gossip, no two people can stay together. If police say, police can fire. В общем, в Индии в то время был какой-то закон, что нельзя было собираться больше одного человека. Если кто-то там собирался даже вдвоем, то их расстреливали на улице. И вот Махарадж там... You arrange my I for 2 days I am fasting. You have to arrange so that I can cook. И вот Махарадж пошел в полицию. Пошел, сказал, что 2 дня поститься, нужно что-то приготовить. И ему выдали там новые эти горшки, потом он поехал в мат в Миднапуре, это был такой общий мат между Бхакти-Вигьян, Джаджвар Махараджем, Мадхусудан Махараджем и Мадхва Махараджем. Это был их общий мат. И во время парикрама, во время гора мандал парикрама, однажды snack prasad, you know, some fruits is there. Narottaman not taking anything. Then Madhugusi Maharaj asking Narottaman, why you are not taking anything? Actually, this Gurudev, I cannot take because this I heard from you, this is not proper place to take prasad. И вот и Гурудев спросил у него, почему он ничего не принимает. Then Gurudev singing this song. Sapacha grihete manya khaibo pivo saraswati ya. This place is so unique, Narottama. Here this kind of judgment you don't try to play. This kind of judgment is not effective here. It's Gurudev. They are all devotee. И Гурудев произнес эти слова из киртана Шрилы Бхактивинода Тхакура, что даже швапачи, которые готовят собак, что это Гудрума, это святое место, это Навадвипа Дхама, она трансцендентна, она... Джаганнат дас Бабаджи Махарадж, он совершал баджан на Сурья Кунде. Я тоже был там, совершал баджан. И можно видеть, что там мандир Сурья Нарайана и рядом Баджан Кутир Джаганнада с Бабаджи Махараджа и Браджаваси, да, даже сейчас они зовут меня, чтобы я взял на себя ответственность за служение вот этому Сурья Кунди, всему комплексу. Но я сказал, что если буду этим заниматься, то свои асану и севы я не смогу заниматься, поэтому извините как-то сами. Jagannath Balaji Maharaj,
And another, you know, big devotee, his name is actually, I forget, and Surya Kunda, his name is, I forget. I can remember. It's very Madhusudan Das Bhaji Maharaj. Who got Siddha Pranali from water, inside water. И там был еще какой-то Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, он получил Сидда Пранали в воде. Как-то он так получил их. И там от этого Мадхусудан Дас Бабаджи Махараджа остался какой-то камень, на который Харани корону свою положила. И вот там, Джагнат Дас Бабаджи Махарадж, он пришел в город Даму. Я об этом говорил уже давно достаточно, и Джагнат Дас Бабаджи Махарадж, он пришел сюда, в город Даму, находился в Сурьякунде, жил на Сурьякунде. И однажды, когда и как, Джагнат Дас Бабаджи Махарадж пришел из... И вот они пришли туда, совершали служение в Нандаграме долгое время. Почему? Однажды Джагнат Дас Бабаджи Махарадж, он пошел в дом подметальщика. Эти подметальщики, они относятся к низкой касте. И попросил его о... Чапати попросил несколько. И они были ошарашены, сказали: «О, Баба, что ж ты пришел сюда?» А он сказал, что молчите. «О, мать, давай чапати». И какая-то матаджа вышла оттуда и спрашивает: «Ты пришел к нам в дом получить чапати? Как это возможно дать тебе чапати?» «Нет. Ты иди отсюда, иначе все деревенские люди побьют нас, ты не можешь нашего дома принимать какую-то еду, мы с низкой касты». То есть там был один преданный, Удай Сингх его звали, он долгое время совершал служение для Сурья Нараян Бхагавана, он шил одежду для них, но эти местные жители, они не позволяли ему входить в храм, поскольку он был из низкой касты. Но он спросил у меня, поскольку я в Харикате говорил, что для Вайшнава не имеет роли его происхождения, но все же некие эти люди, они этого не понимают во Враждаме и не пускают каких-то определенных людей, определенных каст и определенные храмы. И вот когда Джагнат Дас Бабаджи Махарадж, он просил чапати у этих людей, они отказали, мотивируя тем, что их эти деревенские жители их изобьют, если они что-то дадут им, ему. И они сказали, что все кончилось, ничего нет. А Джагнат Дас Бабаджи Махарадж сказал, что иди в твои кастрюли, четыре чапати осталось, иди принеси. Ну, а откуда ты знаешь? Ну, вот иди и проверь. И также такое же, и Враждадама – это уникальная дама. Один Нагабаба Сидда Махатма, его имя Нагабаба, он сам с Нибарка Сампрадай. И однажды он пошел в дом какого-то Враджаваси, он ничего не говорил, он только молоко принимал. High class devotee, nobody can understand. Only one coping. Winter season, summer, you know, rain. И вот Баба, он
ходил в одной одежде, у него был каупина и тюрбан, и все. И этот Баба, он каждый день ходил на арати во Вриндаван. Говиндадеву. В то время Говиндадев был не в Джайпуре, а там. И Баба смотрел на арати в Говинда Мандире, и после этого он повторил Харинам и шел на Говардхан. Подумайте, где Вриндаван, а где Говардхан, это он за день пешком все обходил до Варшаны, до Нандаграма, и вот так вот в один день-то все он успевал, еще и Харинам повторял. And some special place there, Baba used to go and stand. Одно место, где он. No need of asking. They know Baba coming means I have to give some milk to him. One day, one Mataji. Ходил, стоял в одном месте, но местные жители знали, что нужно молока ему дать. И когда вот этот Баба пришел к Враджамай, то есть этим женщине, которая уже живут во Врадже. Она чапати делала на своем этом плите. Они использовали в качестве топлива навоз для навоза от коров. Она сидела на какой-то на каком-то стульчике и делала чапати и проверяла их. Она еще проверяла этого Нагабабу, сказала, что нету молока сегодня, иди отсюда. И вот она сказала, что молока нету, иди отсюда. И Нагабаба улыбнулся, он никогда ничего не говорил плохого, просто, как сказать, Nagabhava straightway coming, the wooden structure on which Mata Brajamaya is sitting. И вот он, она сказала, что молока нет, он пришел, подошел к ней. From there, milk he take and drink and boil. Но она спрятала молоко. Не было, но она под стулом его спрятала. One whole, just to test Baba. Один Баба пришел, вытащил это молоко, выпил и ушел. И вот Джагнадас Бабджи Махарадж говорит, что вот там четыре чапати. Big fighting going on. Between the Brajavasis, they are speaking all rubbish against Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji Maharaj become very angry. Hey, Baba, you are taking chapati from Shudra, locust, sweeper. А печаль Сэнг говорит, что ты взял чапати от Шуду. И Бабаджи Махарадж очень разгневался, сказал, что это Враджа-дхам, где вы тут низкие касты, высокие касты находите, это Враджа-дхам, а на Апракхита глупцы. Я не буду находиться здесь. И с тех пор он ушел. Он пошел в Навадипу и сказал Бихари, своему севаку, о Бихари, я не буду здесь жить больше, они спорят на отчет касты, цвета и прочего. В этой Враджа-дхаме я могу. Ты можешь отправиться в Навадвип, как ты можешь, ты очень стар, но ты в Бихаре, посади меня на корзину к себе на голову и неси меня до Навадвипа, а как это возможно, там почти 2000 километров идти, это далеко, ты можешь взять меня. И ты получишь милость Кришны, если сделаешь это. И вот, ну что делать? Бихари, он посадил Бабаджи Махараджа в корзину к себе на голову, и они пошли. И что делать? И вот Нарутам Брамачари говорит,
Что делать? To clarify this point, I was bound to speak all these details. Otherwise, you cannot understand. И вот чтобы прояснить вот эту, вот эту сиданту о том, что Навадвипа и Враджадхама, они уникальны и нет. From then, Maharaj started taking. Was Gurudev speaking? I cannot break. This way, if I go on discussing about Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj. His memory was so strong. Память Бхарати Махараджа была очень великолепна. Он понял. Old age, 98 years, so strong. Он помнил все даже в таком возрасте. Бхарати Махарадж. So strong memory. Он помнил все, что происходило там десятки лет назад. Even in old age, даже в 78, 80, 82, 84, 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 84
дальше. Даже если он какого-то человека однажды встречал, однажды за всю свою жизнь, если этот человек потом спустя там несколько лет или десятков лет или больше, он приходил к нему, он спрашивал, помнит ли его, то Махарадж помнит, что да, вот тогда-то в том-то году, в том-то месте, в такой-то день ты приходил туда-то. Я видел тебя там в Дехрадоне, например, в каком-то там году. И как это может быть? Такая у него была сильная память. Все писания, все писания, он все говорил на то есть он все слышал о Гуру Варге. Наш путь это Шраута Панта. Не впадайте в заблуждение. Если у вас есть деньги, вы можете пойти купить какие-то книги, запомнить их, но что толку? Если у нас есть возможность слушать Харикатху из уст Гуру Варги, то мы станем успешными по-настоящему, поскольку мы зависим в таком образом от Шраута Панти. Это более, гораздо более важно. Не пытайтесь нарушать правила. Я в дальнейшем буду говорить о том, как организовать ваш баджан совершенно образом. Вам нет нужды ходить туда и сюда, поскольку это ведет к смерти. У меня нет никаких корыстных интересов, но я хочу просто спасти вас от смерти. И что же делать? И таким образом сегодня конец. Я молюсь лотосным стопам Бхактивиган Бхарати Махараджа, чтобы получить такую способность, эту сиданту Вьяну, которую он имел, то поведение Ачарон, чтобы я всю свою жизнь и даже тогда, когда я оставлю это тело, чтобы в дальнейшем тоже мог следовать таким высоким стандартам. Я прошу о его милости и простить за все мои возможные оскорбления, осознанно или неосознанно в его адрес. И вот эту шлоку я на следующий день обсужу, что есть эффективные ачарья. Как определить, что он эффективный ачарья? Эффективный ачарья не значит, что он может набрать 1000 учеников. Эффективный ачарья значит, что тот, кто может принять всю сиданту, весь ачарон, он может вложить сильные впечатления в ваше сердце, и он зовется такой успешный, удачный, настоящий ачарья. В следующий день я могу более подробно рассказать о день Пурнамаси в Пурниму. На день Гуру Пурнимы.